опять подпишись, бро. Пуля на вылез, нами, let's go. Не важно, кто ты, новичок или бро. Мне харина проникает в твой дом. Пуля катает, подпишись, бро. Привет, друзья, с вами на связи Пуля. Как вы помните, кто следит за моим каналом, я выпустил видео про тест урон 5 видов вооружения, но на ARK Torrent 12 и Shotgun 8, я заснял не совсем те показатели, что я хотел. Сейчас я поясню, что имею в виду. В каждом оружии есть оптимальная и максимальная дальность. Оптимальная – это такая дальность, при которой заходит самый большой урон. Так вот, на ARK Torrent 12 оптимальная дальность до 20 метров, у Shotgun 8 – это до 19 метров. А я наносил урон с 30 метров, это уже выходит на максимальной дальности. Из-за этого урон выходит чуть меньше. Поэтому, я решил сегодня это исправить и заснять урон именно на оптимальной дальности. И еще покажу вам урон без пилотов, и с пилотами. Итак, приступим. Также, моим противником, прошлый раз был Арес, на фулл прокачке, а сегодня я на него одену еще и легендарного пилота, с фулл прокачкой, чтоб наблизить его максимально к реальной ситуации. Это просто поразительно. На оптимальном расстоянии до 19 метров, шатгены немного быстрее наносят урон. Если быть уж до конца откровенным, я до этого теста всегда почему-то считал, что 12-е арки быстрее убивают. А вышло наоборот. Но это показатель при оптимальной дальности. Если стать дальше, то естественно урон будет уменьшен. Так что, ребята, делаем выводы. Вот вам и баланс. По идее, шатгены должны быть слабее, а по факту мы видим совершенно иную картину. Я думаю, что теперь у вас отпадут сомнения в отношении шатганов 8. Однозначно, это оружие стоит иметь у себя в ангаре. А сейчас я покажу вам пилотов, которые прокачаны конкретно под ARK Torrent и шатганы. Объективного сравнения, конечно, не выйдет, так как нужно это делать на одинаковых пилотах с одинаковыми по категории имплантами. Но все-таки, я хотя бы продемонстрирую, насколько они все-таки уменьшают время уничтожения врага. А здесь я думаю, если бы стоял легендарный пилот, то можно уничтожить и без перезарядки. И было бы быстрее по времени, чем у ARK Torrent. Итак, подводя итоги, скажу следующее, что шатганы выходят мощнее ARK Torrent. Но обязательно используйте оптимальное расстояние до противника. А если этот заряд пустить в спину или бок, то урон естественно будет еще больше.
Но если вы имеете арк-тарент, не стоит очень смущаться, ведь они также наносят довольно мощный урон. Но шатганы, все-таки немного быстрее. Если видео тебе было полезным, скорее ставь лайк, подписывайтесь на канал, а также жду ваших комментариев. До новых встреч. С вами был, как всегда, я, Пуля.